Добрый вечер, доброй ночи, уважаемые телезрители, собравшиеся, так сказать, у голубых экранов, все, кто смотрит, мне это приятно, большое спасибо. В общем, продолжаем. Значит так, небольшой такой пролог. Знаете, я думаю, что эта серия, возможно, будет очень длинной. Не знаю, 1,5 часа, возможно, даже 2. И она будет посвящена только одному квесту. Он очень-очень сложный. В этой игре есть 2 сложных квеста. Вот этот, который вы сейчас увидите, и потом квест с мышкой. Тоже сложный. Но есть большие различия. Этот квест, эту головоломку, которую сейчас я буду разгадывать, он мало того, что сложный, но он действительно интересный. Я это буду повторять неоднократно. А квест «Головоломка с мышкой», она тоже суперсложная, чересчур сложная, но она занудная. Ну, все по порядку. Давайте. Поехали. Последнее сохранение. Вот оно. Начинаем. Ну, если вы смотрели предыдущие серии, я остановился вот здесь. Значит так. Подходим к этому дисплею. Вот мы видим вот эти символы. Эти символы мы встречали уже в другой предыдущей локации. Мы не могли понять их значение, их порядок и алгоритм. Значит так, эту игру я играл очень много раз. 3 дня. Даже, наверное, больше. 3 или 4 дня. Когда-то, давно, еще в начале нулевых, я потратил на изучение этой головоломки. Тогда не было всяких интернетов. Ну, интернет был, но он не считается. Не считается, потому что интернет тогда был слабый. И тогда там не было такого, как на YouTube выкладывать прохождение. Ну, были, может быть, текстовые подсказки, описания. Но я этим не пользовался. Все своей головой. Вот. Вот это главное табло. Здесь нужно ввести правильную последовательность и алгоритм вот этих символов. Но подсказка, точнее, направление или ключ находится в другой части. Мой герой там был. Значит, сейчас возвращаемся в ту часть. А пока я буду возвращаться, я буду спокойно комментировать. Повторяю, ролик, возможно, будет очень длинный. Ну, если вам не интересно, вы можете его не смотреть. Если вам вообще интересно мое прохождение, то можете его просто промотать и смотреть другие ролики. Это уже дело хозяйское. Значит так, теперь о жульничестве. Пока я буду идти, буду комментировать. А идти я буду медленно, спокойно. Вечер чудесный, уже ночь, солнце село. Я взял компоту и кексы. Так, сюда, да, совершенно верно. От слова «так» надо избавляться. Давай еще раз. Ну пусть, ну угости. Ну я хочу, вот хочу. А хочу. Не, мало. Это так, между делом. Эй, не получилось. Ну ладно. Вспоминаем. Зона, в которую нам нужно, это планета. Вот эта эмблема, напоминающая гвоздь, это планета пустынная. Островок. А вот это та зона, которая нам нужна. Теперь о жульничестве. Значит так. Когда я играл, и не я один, и большинство людей, которые играли Neverhood, для всех вот эта головоломка, которой я собираюсь заниматься. Потом посмотрим телек. Она действительно крутая, сложная, но интересная. У всех вызывала, ну, недоумение, у кого-то раздражение. Это понятно. Ну, это ввиду у кого какое чувство вкуса, юмора и отношение к абсурду, понимаете? Вот. Я, например, балдею от этого квеста. Он сложный, но он, повторяю, я устал повторять, интересный. Сейчас мы приблизимся, и я уже на месте прокомментирую.
Так охота еще радио послушать. Надо повернуть. В самое начало. Надо, чтобы открылась дверь. Вот она открылась. Такой вот странный ритм and блюз. Ну, приблизительно. Я пользовался, ну, я не знаю, за жульничество это считается или нет, записывал эти символы в тетрадку. В принципе, я вам говорил, да, у меня плохая память, но это сейчас, когда я уже дяденька. Ну, когда я был помоложе, память была лучше. Но, тем не менее, такое большое количество символов трудно запомнить. Поэтому я записывал эти символы в тетрадку. Так, сейчас будет статичная картинка, я буду очень долго говорить. Извините, но я вынужден объясниться. Здесь сейчас нужно поступать очень аккуратно. Значит так, я прошу прослушать, если кому интересно. Все-таки запись посвящена самой игре Neverhood. У меня весьма неплохое, как это сказать, память. Я, допустим, ужасно запоминаю цифры, может быть, даже слова, но, в принципе, я хорошо запоминаю образы, картинки визуальные. Здесь набор этих узоров, то ли это руны, то ли это иероглифы, ну, что-то, знаете, комбинация в комплексе. Да, запоминается, но их очень слишком много, моя голова не в молодости, а тем более сейчас, когда у меня память очень плохая, я не могу запомнить. Поэтому я сейчас прибегну к некоторому жульничеству. Я абсолютно честно вам говорю, честно. Мое жульничество будет, ну, наверное, на процентов 20 или 30. Остальные 70% я буду разгадывать сам. Понимаете? Я не буду записывать их в тетрадку. Зачем, когда есть сейчас современные технологии? Значит, сейчас я просматриваю набор этих символов. Прошу прощения. Компот. Так как сейчас идет запись, потом я остановлю эту запись, выйду буквально на там 3-5 минут, да, просмотрю эти порядок этих символов, потом опять включу запись, то есть интервал, ну, я-то, конечно, смонтирую это видео, но я честно вам предупреждаю, что я вылечу на минут 5-3. Вот. Это не совсем жульничество, но что я могу поделать, ну, я не смогу запомнить их сколько там, штук 10, кажется, ну, никак невозможно для меня. Может быть, у кого-то есть шикарная память, они смогут запомнить всю эту последствия, но мне, простите, не по зубам, мне уже 354 года. Вы уж извините, не я придумал природу и возраст, и то, что клетки отмирают, мозг стареет. Так вот. А теперь самое интересное, друзья, именно о технике и механике самой игры. Каждый раз, подходя к этому окошку, порядок этих символов, он рандомный, он всегда меняется. Последний раз, когда я сюда подходил, первый высвечивался что? Цветочек. Ну, очень условно. Я не знаю, как их назвать. Вот я уверен, что сейчас... Ну, не то, что уверен, мне так кажется, что когда сейчас я буду вызывать эти символы, будет уже совершенно другой порядок. Так вот, в чем суть этого квеста? Нужно один раз подойти, пролистать весь набор символов, запомнить их, ну, допустим, зафиксировать их там компьютерным путем или в тетрадку. Вот. А если отойти, потом опять подойти и попробовать другой, значит, отсюда из этого окна и поменяется набор символов там, в том окне. Вы понимаете? Да. Может, я невнятно выразился. Ну, начинаем. Головоломка не для слабонервных. Я вам честно скажу. Все головы сломали. Все, кто играли. Разработчики просто красавцы. Молодцы. Возможно, кого-то раздражает. Меня тоже он раздражал. Но это было доброе. Это было... позитивное, веселое, драйвовое раздражение в те годы, когда я мучился сам, без всяких подсказок интернетов, 3 дня, 3-4.
Ой, боюсь приступать, ой, боюсь, ой, боюсь, 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 ой, боюсь, боюсь, боюсь. Так, сейчас, когда я буду нажимать символы, времени комментировать я не то что времени, я не успею, поэтому я комментирую сейчас. Из набора этих символов появится один символ, на котором будет акцент, звуковой акцент. Но игра шутит, играет с нами и сбивает с толку, потому что при появлении всех символов будут появляться определенные звуки озвучивания, и это сбивает с толку. Но на важный нам символ звуковое оформление будет самым громким и самым ярким. Вот. Запоминаем. Точнее, как я. Это на запись все идет. Ну, с Богом, как говорится. Поехали. Спокойно и не торопясь. Я даже буду озвучивать каждый. А может, наоборот, лучше молчать? Не знаю. Ну, что будет, то будет. Была, не была. Друзья, я очень серьезен. Сейчас вообще не до шуток. Нет, это самая шикарная головоломка в игре. Она именно шикарная. Раз. Первый. Так. Кстати, считать я буду. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Цветочек. Второй раз. Двенадцать. Цветочек. Тринадцать. Тринадцать. 14. 14. Все. По кругу пошло. По кругу пошло. Вот уже запутался. Видите, память подводит. Первый какой был символ? Отходим. Отходим. Начинаем сначала. Цветочек был 11-12, правильно? Проверяем. Поехали. Да, это был первый символ. Проверяем. Два. Айнсвай. Медуза 3. 4. Или я сбился? 5. 6. 7. Сейчас проверим, сбился или нет. 7. 8. 9. 10. Вот сейчас должен быть цветочек, верно? Нет, как видите, нет цвет. Или я сбился со счету? Сбился. Начинаем заново, извините. Все, все, все. Разворачиваемся, прогуляемся. Все, все, все. Вот, все непросто. Я говорю, эта запись, этот ролик будет длинный. Я могу сейчас открыть прохождение. Навалом. Игра старая, культовая. Многие, кто прошли, многие голову ломали, пересмотреть. Но зачем? Я частично помню этот квест. Нужно в этом порядке набрать их там. Но тот узор, эмблема, символ, на котором ставится акцент, и, как видите, он повторяется. В данном случае это цветочек. В данном случае. Значит, вроде рандома нет. Хотя, вы знаете, можно сейчас не полениться, проверить. Если я выйду из этой локации, войду в другую, то есть будет перепрогрузка внутри, игры, я вернусь, и, возможно, будет другой порядок, возможно,
И уже акцент на другой символ. Я не знаю, можно не полениться. Попробовать, как вы считаете? Я не знаю. А, вы, никто ответить-то не может. Это же запись. Это же не стрим с чатом. Да. Черт. Ну, интересно, интересно. Надо разобраться. Это ясно, что нужно ввести в последовательности. Но, так как видите, здесь непонятно, есть рандом, нет. И акцент. Акцент на этом символе, в данном случае это цветочек, а может, он может быть и другим. Какую роль он играет? Первый он? Последний? Почему он два раза повторяется? Может быть, он в начале и в конце? И здесь может быть и такая вещь, что какой-то символ может быть пропущен. Вы понимаете? То есть какой-то символ отсюда не употреблять. Вот не помню, в Неверхуде есть такие вещи? Например, в санитариуме есть такие приколы. Посмотрите мои прохождения санитариум, если хотите. Там в локации в деревне ацтеков в одной пирамиде, пирамида храм Ягуара, нужно вводить символы, и один из символов, голова волка, оказывается лишним. Это сбивает с толку. Но до этого можно догадаться, то есть методом разных комбинаций, понимаете? Может быть, здесь и так один символ может являться лишним. Это все определит последовательность. Дело в том, что, возможно, есть такие люди, но такие люди очень редкие. Я скажу так, что Альберт Эйнштейн, представим себе гипотетически, пофантазируем, что Альберт Эйнштейн играл бы в игру Neverhood. Он бы ее прошел, ребят, за минут, за полчаса. Весь это спидран был бы просто. То есть у него бы время ушло только на вот эти медленные проходы туда-сюда. Каждая головоломка для Альберта Эйнштейна заняла бы, наверное, там минуту. Да какой минут? По 30 секунд. Вы понимаете? Но такие люди, как уникальные, как Альберт Эйнштейн, приходят в этот мир раз в 1000 лет, если не с большим широтой. Вот. Ну, мне до Эйнштейна, сами понимаете, куда. Тем более у меня память очень плохая. Так, первый символ шел, такая загогулина, без закруглений, такая буква Пи напоминает. Проверяем. А цветочек у нас оказался одиннадцатым. Считаем внимательно, считаем. Повторяю, если не интересно, не смотрите этот ролик, смотрите дальше проходить. Там будут веселые квесты, там хардкор, я буду ругаться, материться. Ну, это будет очень... занудный в какой-то степени этот ролик, этот видеосюжет. Но для меня он очень важен. Начинаем. Да, да, пи. Значит, рандома пока нет. Пока. Раз. Два. После этого. Три. Медуза три. Запоминаем. Четыре. Не знаю, как это назвать. Пять. Шесть. Летающая медуза 3, летающая тарелка 6. 7. 8. 9. Солнышко, условно. 10. Загогулина. Вот 11 сейчас должен быть цветочек. Нет. 11. Тарелка. А тарелка была. Нет, не была. Хорошо, тарелка 11. О, рандомом выпадает символ. То есть порядок пока что не рандомился, а рандомом выпадает символ. Тарелка. Тарелка. Нет, не тарелка. Нет, это я не знаю, как. Летающая тарелка. Нет, я не знаю, как это назвать. 11. 12. Первый символ, правильно? П. 12. Первый символ. 12 символов. Вы знаете, там надо было посчитать количество. Как я не додумался. А что, обратно потопать? Это первый сейчас символ. Да, вот это второй, это точно. Третий медуза. Да, все, третий медуза. Четвертый вот банка. Пятый. А он ли пятый был?
Шестой? Вот тарелка. Вот она, шестой тарелка и одиннадцатый тарелка. Сейчас шесть. Семь. Ага. Восемь. Девять, солнышко. Десять. Одиннадцать. Ага! Вот видите, рандом пошел. Одиннадцать. Загогулина. Двенадцать цветочек. Так, символов 12. Точнее, их не 12, их 11, потому что... давайте так, сейчас внимательно. Потому что нужный символ, который озвучен звуковым эффектом, он повторяется. Он два раза. Значит, всего символов 11. Давайте заново. Значит, сейчас символ, на котором будет стоять акцент, он по счету 11. Он всегда меняется. Тогда был цветочек, потом тарелка. Сейчас вот херня. Все, еще раз. Еще, извините, занудный ролик, занудный. Не смотрите, если не хотите. Я не настаиваю, и не важно. Ну, просто так вот развернули. Типа мы прогулялись. Начинаем. Проверяем. Медуза третий. Хорошо, значит. Совершенно верно. Пи первый. Пи первый. Не знаю, костыль второй. Медуза третий. Медуза третий. Четыре. Банка. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Быстрее, быстрее. Девять, солнышко. Десять. Смотрим. Сейчас будет какой-то другой. Одиннадцатый. Одиннадцатый символ. Пи, как и первый. Все, одиннадцать. Двенадцать. Цветочек. Двенадцать. Сейчас заново. Сейчас пи выйдет. Правильно, все. Так, так, так. Надо подумать, надо подумать, надо подумать, надо подумать. Подождите, он два раза же первый раз повторялся. Вот видите, я уже путаница. В целом символов 11. Еще раз. Утомитесь, проматывайте, не смотрите, не смотрите. Голову сломаете, друзья. А представляете, что со мной сейчас творится? Так, как Шурик потирал руки, так... Запоминаем. А, так последовательность символов нужно запомнить. Еще как. Обязательно. Последовательность и акцент этого символа запомнить. А потом там, на том экране, нужно еще подумать, где этот акцентированный символ ставить. В начале или в конце, или что, или как. А раз он два раза повторяется. Так, считаем. Считаем, считаем. Общее число символов 11, верно? Проход 12, потому что один символ, который акцентирован, он повторяется. Первый раз он идет со звуком, на нем акцент. Второй раз он появляется просто. Еще раз проверяю. Внимательно. Поехали. Пи. Хорошо, в рандома нет. Это вообще бы голову свернуть. Костыль. Пи. Костыль. Пи, костыль, медуза. Пи, костыль, медуза. Банка. Пи, костыль, медуза, банка. Пи, костыль, медуза, банка. Сейчас был пятый. Шестой, тарелка. Седьмой, не знаю, как назвать. Семь. Восемь. Посох. Девять, солнышко. Десять. Одиннадцатый. Смотрим. Солнышко. Двенадцать. Цветочек.
Он уже не повторяется. Я понял. Все, отходим, больше не трогаем. Все, нельзя трогать, запомните, больше нельзя трогать. 12. Все, вот это вот мы сейчас подошли. Все, память, программа запомнила эту комбинацию. Первый пи, последний цветочек. 11-й. Че был 11-й, я забыл. Ёб твою мать! Вот видите, какая память? Первый костыль, третья медуза, 9-е солнышко. Так. Вот я говорю надолго здесь. Значит так. Хуй с ним. Порядок я запомню на запись. Ёб твою мать, блядь, какого-то... Сейчас, подождите, мне закурить надо. Истина где-то рядом, ребят, я приближаюсь. Кстати, Малдер бы разгадал бы это все со Скалли. Ну, не сколько Скалли, Малдер бы точно это бы разгадал. Да, он скажет, да это семечки, это ерунда, ты чё? Вот. Конечно. Ну, интересно. Давайте. Сейчас, друзья, я закурю собрание особое. Значит, сейчас будет опять рандом. Рандом только в акцентированном символе. Все, это уже пятый раз. Очень внимательно. Цифра 11. Надо несколько раз... Хорошо, они не пробегают, что я сам могу кнопкой регулировать. Поехали. Пи 1. Костыль 2. Нет, наоборот, цифру надо. 2. Пи 1. Пи. Костыль 2. Медуза 3. Банка 4. 5. Тарелка 6. 7. Не знаю, как назвать. 8. 9. Солнышко. Солнышко 9, я помню. 10. Теперь главный символ. Запоминаем. 11. Загогулина. Посох. Посох, 11, посох. 10 рассказать самому себе. Это посох царя. Набалдажником Иван Грозный ебанул царевича и убил. И картина Репина, все мау-о, а крыша уже немного у меня. А 03 пора вызывать. Это вам мне не смешно. Посох. Посох, 11, посох. 12 цветочек, все. Посох. Больше не подходим. Потому что подойдем, будет рандом, будет другой. Посох. Идем и пробуем. Значит так, некоторые я запомнил, которые я назвал для себя. Пи, костыль, медуза. Это я запомнил. Дальше не помню. Солнышко 9. Остальные не помню. Я их и не для себя в голове не проименовал. Поэтому, простите, я воспользуюсь своей же записью. Выйду на 3 минуты. Посох. Давай, сейчас на радио не отвлекаемся. Потом Ориат FM. А это вы понимаете, это я имел в виду узбекское радио. Ганкин, это Ориат FM, да. Ко-ко-ко-ко-ко. Посох. Где алкаш поет? Есть. Посох. Чтоб не забыть, посох, 11-й посох.
Вот так вот, вот мир жесток. Ла-л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 а. Бобби, 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 ты Бобби мой родной. А здесь рандома не будет? Тут же настрой у нас бобертский. Боба, Бобби. Но не Бобби в прошлой серии. Ура, Бобби. Посох, посох. И посох, посох, 11 посох. А это тоже в памяти ведь надо держать. Ха-ха, я уже не помню. Помню, помню, помню. Вот я жалуюсь на память, но тем не менее, иногда она работает. Музыка-то отвлекает. Клянусь, без подсказок играю. Ну вот, можете не верить, конечно. Если я прибегаю к жульничеству, я честно вам говорю, ребят, я подсмотрел, кто такой. Если вы смотрите мои прохождения, и то это не совсем жульничество, но если память имею. Ладно, неважно, что я оправдываюсь. Блять, откройте, посмотрите другие прохождения, вот хотя бы этого же Neverhood. Вы увидите, какие там вообще охуевшие жулики. Они берут, знаете что, записывают на телефон видос, потом этот видос выкидывают прямо в игру, на экране еще мини-экран появляется, и спокойно вбивают всякие символы и прочее. Я не так работаю. Я избранный. Выходец из убежища. Я Джейси Дентон. Посох, посох, посох. Посох, посох. 11-й. Куда? Нет, это планета. Гвоздь это планета. Вот видите, тоже в памяти надо держать. Это Егуройд. Маскараб. Маскарабус. Я думаю, чтобы прочистить мозги, надо это по башке получить. Голову. Так и надо. Посох, 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 посох. Да нет, нет, давай по башке. Надо, надо, надо. Ну это лекарство. Ну? Ну, не получил, а я хотел. Ой, как быстро мы пришли. Посох, 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 посох. Не-не-не, стоп, стоп, стоп. Посох, посох, нам нужно, чтобы пожелал нам удачи. Вот этот вот, вот оно, кто это? Оно, это надо, это принесет нам удачу. Удачу. Обязательно. Лишний раз никогда не повредит, никогда не помешает. Не надо в дверь. Дверью надо было тоже ебануть. Я уже суеверный стал. Если бы дверью бы ебануть по ебалу в лоб, это, ну... Нет такой буквы в этом слове. Посох. Ходят тут всякие. Иди-ка ты отсюда и не приходи больше. В чем дело? Завис. А, это ты. Привет. Да пошел ты. Вот. Спасибо, спасибо. Рахмат. Посох, 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 ты 11-й посох. Значит, сейчас, извините, да, вот это мелкое жульничество, низко, низко, понимаю, низко, ну, недостойно избранного Джесси Дентона и выходца из убежища. Ну, а что делать? Ну, пропил всю память. Смотрите, что я делаю. Я останавливаюсь здесь и сохраняюсь. Извините. Извините. И здесь я боюсь... Здесь вдруг тоже какой-то рандом свой. Ну хуй... А хуй его знает, блядь, смысл здесь у меня. Значит так, я сохраняюсь. Сейчас я сперва прокомментирую, потом... Я сохраняюсь. Выхожу из игры.
повторяю, извините, память тяжелая. Просматриваю последовательность символов. Да посох-то я запомнил. Первый пи, второй костыль, третий медуза, девятый солнышко, посох одиннадцатый. Я запоминаю последовательность, очень внимательно просматриваю видео. Через 5 минут возвращаюсь, но я потом смонтирую это видео. Вы понимаете? И начинаю здесь решать. А здесь тоже все далеко не просто. То есть этот посох, вот в данном случае акцентированный, вот этот символ, бля, уже на 35 минут наиграл. Вот куда его вставлять? То, что в последовательности их надо нажимать, это ясно. Да. Но куда этот символ? В начале или в конце? Это на самом деле кажется просто, далеко не просто. Поэтому извините. Но я хотя бы с вами честен. Я же не чужие прохождения смотрю, я стараюсь своей башкой работать. Ну, немножко прибегаю к технологиям сохранения и перепросмотру. Все, вы меня поняли. Не прощаемся, я здесь. Так, я вернулся, я отлучился буквально на там 3 минуты. Да. Повторяю, друзья, жульничество. Я сейчас быстро просмотрел это записанное видео, записал в виде картинок. Сейчас они у меня высвечены на телефоне. Повторяю, ну не могу я запомнить их всех. Первый, значит, пи, костыль, медуза, солнышко 9. Вот, а летающую тарелку уже забыл. 5, что ли? Теперь, слушайте. Посох, 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 посох. Посох-посох, посох-посох, ключевой наш посох-посох, он идет 11-м. Всего 11 символов. Там высвечивается 12. Так, вот теперь я под страхом. Рандомище будет здесь или нет? А кто его знает? Нет, здесь не будет рандома, потому что здесь немножко другая система. Символов там 12, там. Сейчас мы как тест проверим, сколько символов вбивается в общую строчку. Там посох, 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 посох. Там посох, 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 посох. Повторяется 2 раза. Он идет номером 8 и идет номером 11. Вот на 11 это акцент. То есть под 11 может выйти любой символ, который берется из того набора. То тарелка, то костыль, то там загогулина, вы понимаете? Последний был посох, посох, посох. Теперь, в какой последовательности все это хуярить? Значит, посох, посох нам надо первым ставить? Пробуем. Сейчас будет тьма комбинаций еще на час, наверное. Предупреждаю, нет для слабонервных. Посох, посох, уходите. Уходите с канала, уходите, закрывайте, смотрите что-то другое. Смотрите Far Cry. Смотрите Call of Duty, смотрите Atomic Heart, смотрите Skyrim, смотрите, да хоть Марио и танчики просматривайте, только не меня. Посох, по-по-по-по-по-по-по, ко-ко-ко, ну пое. Хорошо, хорошо я сохранился. А вдруг рандом? А вдруг рандом? И все сначала? Первый. Нет, он не первый, они высвечиваются. Проверяем. Давайте в последовательности. Хорошо. Я сейчас... А, давайте посчитаем, сколько их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать. Значит, я должен ввести 12. Думаем. Нужно ввести в этой же последовательности, как и там. Посох 11 и посох 8 или 9. Вот видите, вот уже память. Извиняюсь, вот открываю телефон, картинки. Считаю. Я в Телеграм сохранил картинки. Пи 1, костыль 2, медуза 3, банка 4, 5 херня какая-то нога, тарелка 5. Загогулина 6. Подождите, сейчас, значит.
Пи 1, костыль 2, медуза 3. Банка 4, костыль 5. Это не костыль. Ладно, 5, палочка 5, тарелка 6, загогулина 7, посох 8, 8. Вот видите, посох. Но здесь посох, 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 он не посох, посох, он просто посох. 8. 9 солнышко, это я помню. 10 индийский, неважно. 10. 11 посох, 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 посох. 10 цветочек. Ну, пробуем. Чё ж, хорошо, здесь он не торопит. Пробуем, пробуем. Ну, по последовательности вылавливаем. Значит, пи, пи, ловим пи. Еще поймать надо. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. А вот почему? А вот видите, как все странно? Вот пи. А почему он дал вот этот звук? Это типа ошибки. Что-то не так. Бля. Ну-ка, ждем еще. На какой он дал звук? Я уже забыл. Так, давайте еще раз. Выходим из заново. Просто смотрим. Сейчас фиксируем, на какой символ он даст этот странный звук. Но не на посох он дал. Так, тогда цветочек. Костыль. Тарелка. Медуза. Солнышко. Посох, посох. Палка. Так, пила. Пилы не было. Поняли? 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 Это подсказка, это подсказка. Видели? Все, я понял. Это пила. Это пила. Ну, я не знаю, как это называется. Ну, похоже на пилу. Расческа пила, в конце концов. О, блин. Поняли, да? Поняли? Пилы. Там не было такой пилы. Видите, я уже заучил все эти символы. Блять. Не всем дал название. Ебать! Ебать! Уже мы приближаемся к истине. Я Малдор, все. Жаль, Скалли нет рядом. Вы поняли? Вот. 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 Это вам не хе-хе-мехе. Это вам не... Это вам не ваши ебаные платформеры или всякие инсайды. Друзья, не смотрите мое прохождение инсайд. Там 10-этажный мат. Всего 4 серии, каждый по 1.5 часа. Итого 6 часов прохождения сайта. Не смотрите. Не смотрите, это мат, брань. Тоже мне... А там такие нахваливают, они премию, понимаешь ли, инсайт получают. Да пошли эти датчане, знаете, куда. Не-не, извините, вы простите, да, я люблю европейскую культуру, очень люблю литературу их, музыку, философию. Там, не знаю, от Моцарта до, не знаю, до Альбен Юлиуса Дер Блютхарш. Но в видеоиграх, простите, нравится кому, не нравится, Америка, Соединенные Штаты Америка, это мотор, это локомотив, это флагманы. И, наверное, это всегда будет оставаться. А даже пусть будет так. А пускай будет так. И ничего плохого в этом нет. Да, европейские игры неплохи, хороши по-своему, много могу что рассказать. Исключением может являться только Disco Elysium, Эстония. Прибалтика. Ну, Прибалтика, да, это к Европе относится. Уже не к Союзу, не к России, да и черт с ними, о политике не буду комментировать, это и не нужно, это неинтересно, это гадко. Все, Прибалтика это Европа, пусть Европа, придаток Европы, а не харыпы для немцев, это не важно, это, а все-таки о политике пизжу, извиняюсь, ну, есть свое мнение, не буду его комментировать. Вот, ну, пусть Европа вот развивается в другом. Музыка, европейская музыка, да. Америка не дает, но видеоигры, мультимедиа, Америка это флагман, USA, все, не спорьте, и бесполезно, бесполезно, понимаете, вот так вот, это не значит, что европейцам, или русским, или там Юго-Востоку не надо, пускай делают видеоигры, но никогда не опередят, может опередят, возможно, когда-нибудь, я не знаю, через 5 лет, 10, я не знаю, но Штаты это флагманы, все,
Они действительно умеют делать мультимедию, и они идут впереди всех. Это правда. Это также, знаете как, извините, я немного порассуждаю, я очень переволновался. Сейчас будет сложная, сейчас будет сложная загадка, поэтому мне нужно сейчас немножко порассуждать. Да, перед черным экраном, а что делать? Так никто на запись игры не делает. Вот, а Владимир Познер, ну, знаменитый журналист, всем, конечно, известный, он хорошо как-то сказал, и я с ним совершенно солидарен. Знаете что, настоящую джаз-музыку могут играть только американцы. И он абсолютно прав. Русские берутся за джаз. Да, неплохо, да, интересно, с загадочной русской душой. Но это не то. Британцы еще более-менее близки, все равно не то. Про немцев, извините, молчу. Если немцы играют джаз, это, ну, это не надо, это убегайте. Немцы сильны в другом. Джаз – это такая культура, богатейшая суперкультура. Это нужно родиться в Америке. Джаз, любой джаз-бенд должен состоять хотя бы, как минимум, один еврей, саксофонист или пианист, или гитарист, и хотя бы один чернокожий. Афро, обязательно. Остальные могут быть кто угодно. Ирландец, немец, это уже не важно. Еврей и негр. И именно американцы, настоящие американцы. Тогда это джаз, вы понимаете? Вот. Вот то же самое, как бы, это параллель с мультимедией. То, что я сейчас, если вы меня внимательно слушаете, понимаете? Вот. А, например, американцы или британцы или русские никогда не смогут сыграть настоящий хороший индастриал, как это делают немцы или скандинавы. Ну, пангерманские народы. Настоящий индастриал. Потому что вот это в крови, вы понимаете? Пускай каждый занимается своим делом. А русские, русская литература, ну, панславянская, глубина Толстого, Чехова, Достоевского, Тургенева, извините, тоже другие нации не переплюнут. Но этим мир и прекрасен. Не дело, что кто-то лучше или хуже. Не в этом дело. Он всегда будет мир прекрасен в этом отношении. Потому что возьмите параллели с природой. Я, понимаете, придерживаюсь идеологии дарвинизма. Ну, дарвинизм это не значит победить сильнейшее. Не так все плоско и буквально. Дарвинизм, если внимательно его концепцию изучать, научную концепцию, это огромное разнообразие и гармония с преодолениями, победами и поражениями. Также, если проецировать на наш человеческий мир Homo sapiens, то же самое. Одни сильны в этом, другие в этом. Но и все друг друга дополняют, друг у друга учатся. Но никогда не будет определенного равноправия, вы понимаете? Как, например, дубу не прививай пальму, гибридизировать. Дуб останется дубом. Ну, к примеру. Или персик скрестить, например, ну, я не знаю, господи, персик из какой-нибудь южной, восточной страны, солнечной, скрестить с каким-нибудь холодным фруктом, ягодой какой-нибудь там маледикой, боженикой, там, из архангельских или из карельских земель. Не будет, не будет. Всему свое место. Каждый должен заниматься своим делом. Все. Фу. Выдыхаю, отвлекся. Приступаем. Я забыл уже квест. Вот так вот. Значит так. Развернемся. Приступаем. Поехали. Проверяем. Пила. Проверка. Пила должна сейчас акцентироваться. Смотрим внимательно. Эти символы нам знакомы. Пила, 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 пила. Нет, не сериал «Пила». Хотя и сериал «Пила» был. Вот, вот. Подтверждение. Пила лишняя. Это подсказка. Ясно? Ясно. Ну, пробуем. Сейчас попыток будет много. Что первым? Ну, давайте с самого начала. Значит, пи. Вылавливаем, начинаем. Пи. Еще поймать надо. Пила, иди, не сбивайся тут.
Спи! Следующий костыль. Ай, пропустил, не успел. Ждем, ждем, ждем. Спокойно, спокойно. А здесь они вообще в рандомском порядке. Не в последовательности их самого алфавита. Пила, не сбивай с толку. Пи. Нет. Нет. Костыль. Костыль. Может быть, это неправильно последовательность. Так. Ну, я сейчас делаю последовательность, как на том дисплее. Так. Медуза. Медуза. Пила, не сбивай с толку. Посох, 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 посох. Посох не сбивай. Медуза, медуза. Меду. Свету. Меду. Медуза! Банка. Скоробанка. Баклажаны там. Пила, иди нахуй. Банка! Так, теперь такая палочка с... Палочка, палочка. Нет, не раковая. Раковая не палочка. А... дизентерийная палочка. Палочка, палочка. Вот она. Поймал. Тарелки летающие, да? НЛО, X-Files. Тарелка, тарелка. Тихо. Выдержка. Нервы, канаты. Так, сейчас. Это, я не знаю, как назвать. Ну, сейчас. Вот он, это он, да. Посох, посох. Нет, просто посох, а не посох, посох. Тихо. Сабулдор. А посоха нет. Нет? Есть, есть, есть. Солнышко. Кстати, считаем просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Солнышко. Да, 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 да. Солнышко, солнышко. Спокойно. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Сан. Сан, сан, сан. Солнышко! Теперь типа, типа такого... Не знаю, как-то загогулина, знаете, как... О, нервы, нервы, это сейчас загогулина такая, закрюковатая такая спираль. Вот она! А теперь посох-посох, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцатый посох-посох. Вот он, эй, пропустил. Ну, пробуем, тихо. Сука, иди нахуй. Посох, посох. Цветок последний. Где посох, посох? Это? А? Ну, ну, посох, посох! Последний цветочек. Я картинки смотрю сохраненные, да, предупреждаю. Жульничество, ну бейте меня с сапогами. А чё, ну, 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 а сами попробуйте, я посмотрю. Цветочек. Вот он прошел, черт, сейчас ждем. Сейчас нечаянно опять посох-посох нажму. А ведь нажму, а ведь нажму. Цветочек. Поняли, да? Поняли? Не сработало. Пиздец. Поняли, да? Значит, так. Так, так, так. Ладно, вам тот экран надоел, пусть вот этот будет. Я буду сейчас рассуждать долго. Значит, так. Значит, так. Значит, так. Я вбил в последовательности, как там показывалось.
Но раз этот символ, который у нас в посох-посох, он акцентирован, если бы было бы просто в последовательности, это было бы легко. Запомнил последовательность и вбил. Но раз появляется этот посох-посох, ну он может быть не посохом-посохом, он может быть чем угодно. Любой рандомный символ. Неважно, он акцентируется и повторяется. Значит, он играет какую-то роль. Тогда попробуем его ключом первым поставить. Пробуем. Долго, все будет долго. Значит, первым ставим посох-посох, а потом начинаем сначала. Число не убывает. Значит, все сдвигается, и просто посох, он у нас какой? Восьмой. Он будет девятым. Все сдвинется. Значит, пи будет вторым. Ну, я не знаю, но пила здесь лишняя. Это уже понятно интуитивно. Раз там пилы не было. Верно? Там пилы не было. А здесь звук пилы, когда вот она акцентируется, звук как бы немножко неприятный, слегка. Такой. Да, хотя хуй поймешь разрабов, что для них приятно, что неприятно. Не знаю. То есть я так думаю, я могу ошибаться. Сейчас будем пробовать очень... На 20 минут наиграл. Нет, 20 минут это вторая запись, но я склейка и того уже час, наверное. Так, подождите. Так, пилу исключаем. А может быть, пила является заменителем? То есть, если посох посохом повторяется, да? Значит, вместо акцентного посох посоха мы вставим пилу, допустим. Как сейчас попробовать? Нет, точно посох посох не первый ставим. Точно. Давайте сейчас заменим пилу. А какая она по счету? То есть мы поставим пилу вместо 11-го посох посоха. Или вместо 8-го первого посоха, обычного. Так, мне 0,3 уже пора... Подождите. Бля. Так, ставим пилу вместо посох-посоха. Будет пила-пила-пила. Был посох-посох, будет пила-пила. Так? Правильно? Я нормальный, у меня все в порядке. Начинаем опять в последовательности. Все. Кто? Пи, костыль, медуза. Чуть быстрее получится, наверное. Пи, костыль, медуза. Лишь бы не ошибиться. Пила не надо. Пи, костыль. Вот такая комбинация. Пи. Последний цветочек. Костыль, медуза. Отлично. Банка. Банка, потом вот эта палочка. Банка. Палочка дизентерийная. Ну, выдержка. Нервы. Ну. Ой, бля. Чуть поменьше. Палочка. Тарелка и загогулина. Тарелка и... Тарелка. Пропустил, что ли? Тарелка. Потом такая... Блять, как бы ее назвать? Сейчас, ну, увидите. Вот она. Сейчас просто посох. Не посох-посох, а просто посох. Тихо. Ну? Да блядь! По кругу, что ли, пошло? Где посох? Т.
Так, поймал. Теперь солнышко. Да, тихо. Солнышко. Хорошо-то как. Спокойно. Солнышко. Сан. Есть. А теперь... Нет, еще загогулина, другая. Спираль. Да блин. Тихо, спокойно, спокойно. Спираль. Есть. А после спирали посох. И этот, господи, и цветочек. Так теперь вместо посоха ставим пилу. Пробуем. Пилу. Которая вот здесь есть, а там нет. Вот она! Сука. И цветочек. Ебать! О, наверное, чалеп! Это я по-узбекски ругаюсь. Кутынский кутахан пасасти мой ху чалеп. Ске кутын ола буринги ске чалеп. О, наверное, блядь. Разработчик, да поймай нахуй. Кут, блядь, порву, блядь. На бадам царский приедет, урикзор приедет, я тебе твой рот ебал, бля. Вы поняли, да? Вы поняли? Значит, я прав. Ребята, еще раз я повторяю. Самое малое жульничество, что я только сохранил картинки, потому что не мог последовательность запомнить. Но сам алгоритм я сам додумался. Тогда я это как-то разгадал. Потом с годами забыл. Можете мне не верить. Я не смотрел подсказки. Я серьезно говорю. Ну, не верьте. Ваше дело. Я сам догадался. Вы видели все, как я нервничал? Ну, я не мог наигрывать, понимаете, врать. Если б я знал настоящий алгоритм. Я не пиздел, бля. Я знаю, что молдавский мне напишет. Ты пиздун, Вольфрам. Ты все заранее знал. Молдавский напишет мне в комментах. Я знаю. Это будет. Ты пиздун, ты все знал. Ты смотрел прохождение. Да. Да. А если молдавский скажет, уже все тогда. Он авторитет. Молдавский авторитет. Никто мне не поверит. Люди добрые, как я в глаза теперь буду смотреть? Ой, бля. Сохраниться. Но это не та игра, где надо сохраняться. Это вам не шутеры с опасностями. Хотя, вы знаете, на всякий случай, чтобы вот... Посох.